тогда заходи. В перерывах. Ты будешь слышать адмирала и его бог. Вот и все. Лечу снять ЕП за приход. Почему? А мне ехать надо сейчас срочно. Вот, да я тебе еще и ГП въебу. А в смысле ГП за что? В смысле, пришел в рейд и не пошел в рейд. Не, ну я просто, у меня неделя такая выдалась, то что я как бы и могу ходить, и не могу. Ладно, а хорошо, иди, ладно. Ливай, пока Леха не видел. Мне кажется, это не вы. Так, это тоже задокументирую. Боешка. Где вы утай? Старый боешки. Кого-то нам не достает в рейде, я так считаю. Например, Бисхант. Я тут, короче говоря, слышу. Всякие тимбичи заходили и так далее. А где? Да, тимбичи тоже заходили и хотели даже Т5 лут. Ебать, а чё за голема это? Лох, что ли, что-то ахнули? А это локовские, их просто изменили модель. Почему-то их они как враг отображаются. Не, его в ВНК брали просто. Старый, я реогнусь. Не, типа просто всё понимаю, но нахуй их такими большими. Не говори, блядь, я вообще лох. Нормально. Апнули ты опять локом. Испугался, блядь. Он крылья прожал. Ничего. Мишаня, погнали, поиграешь. Нет, на работе. Погнали на работе поиграть. Пойду в бухгалтера к нему, но... Чего доносить? Валя, ты уже лайк поставил на то, чтобы нам увеличили время прока релика? Что еще раз? Я там на форуме предложку кинул, чтобы нам время прока увеличили. Потому что на X10 оно 18 секунд, а в стандартном оно 17 секунд. Какого хуя мы обдели? Потому что на X10 нет аутогера, тут есть. Ну и что? У них действует примерно такой же баф, только пизже на сотку намного дольше, а у нас хуй так какая-то. Реснете кто-нибудь? Чем? Может кто линкануть МВД-шный шмот? Сука. Мне интересно, там есть что-нибудь с мастерством нонсетовое? Что, на кого? На МДД. Есть много колец на мастерство. С ЦЛК и с ЗС. И с да нахер мне ЦЛК, мне ОХДР хочу посмотреть. А то у меня аддон очень старый какой-то. Да ты запомнишь это ОХДР как кошмаром. Да нет, если что, какая-нибудь классная шмотка будет с мастерством мне до капа, чтобы задонить. Возьми себе шлем, РПБ, мастерство. Нахера. Он не дает мне идеального капа мастерства. Сотку мастерства, а? Мне 115 надо.
Ну, здесь камень на 15 хосты, на 15 мастерств. Есть на 18 мастерства, 18 хостов. Просто пример. Черноту никто не поднял? Хуя у злодея. Как они жестко поманят форсаж. И добейте его одну цель. Видали, да, какой шутник на Варе пишет? Вар в Т4 типа танк. Блин, Войт, если чего, го, короче, после рейда побазарим про товары. Хочу себе про товары сделать нормально, там капу все вот этого. Ты же в этом разбираешься? А ник у тебя какой? Провокатор. Что там собирать? Тебе же уже объясняли, собираешь 2-10. Голова, штаны Т4, Т10, рука и. Чест, все. Ты боженька. Остальное для капа собираешь только. И ДД-шмот по большей части. Если на горы идешь. А че, а кто ману выжег? Я хуй его знает, кто это пидорас делает. Это Феникс выжигает вот эти вот. Я же говорю, кто-то наныл, теперь это все работает. Это уже очень давно работает. И выжигали ману всегда. Они ощущаются. Просто слишком много их наагрили, три штуки сразу же. Конечно, мы выжгали все на. Я не ощущал. Раньше говорить. по одному раньше агрили, но максимум. Давайте я вам гимн на ману. Блядь, троих сразу на. Мы же не простые ребята. Так, мы потратили гораздо меньше времени, если били по одному. Мы сейчас также потратим время без маны. Зато хорошо и зачищен батл. Только вот летать надоело. Что-то хуйней попахивает нахуй хилом. Ну ладно, хуйня. А зачем 2-4, 2-10 не про товара? Ну пока ты пятого нету, это лучший вариант. Лучше понягра. 4-4. Ну, хуй знает. Понягра это не самое. Понягра не очень, на сейф рейдов нормально. А зачем тебе агра? Ты что, МТ-шить собрался? Ну, а он что собирается делать? Нахуй ему протовар? Протовар они берут в рейды нормальные. Вот просто для галочки. Протоваром только если... Бля, вон для рейда воронки по 9,5 продают. Если кому надо. Я протоваром МТ-шил и УТ-шил. Все боссы, которые... Чего воронки? Видел я твои. В чате воронки по 9,5 две штуки чел продает. Либо так же, мне кажется, человек 15 написал. Что говоришь? Стоит вот, воет ОТ на Вайсе, делает чарш, умирает. А, да, курица, это ваншот. Потому что Вара не там. Умри, кто это сказал, блядь. Я, кстати, даже не понял, за чего ты тогда умер. Это когда лут у вас там открыт. Ну там есть у босса вот эта херня, которая станет. Вот. То ли у меня там саппорта не было, то ли что, ну мы без саппорта били. На ХП, по-моему, фласка была, а может и вообще не было. И плюс она тачка дала.
То есть тычка плюс вот этот скилл. Скорее всего так. Ебать, старая, а чё у тебя круг персонажа-то? Прям реально главный вид. После новогодних праздников. И ну вы просто посмотрите, сразу видно главный. А так с агро проблем нет. Лича того, что значит. Так, Драгон, Войт, Пухан, Кават. Четыре же танка или в три будем? В три сверху, один снизу. А успеете вы вдвоем сверху? Вряд ли. Три сверху. Сверху, один снизу. Ну, Пухан, давай, танкиста. Драгон снизу, и вы троем тогда оставшийся сверху. Бля, Войт не хочет снизу поставить? Это Драгон говорит? Да. А чё? Мне, если честно, неохота снизу, не люблю. Камера такую, как надо смотреть. Пухан, короче говоря, смотри, стоишь снизу и ловишь этих маленьких угольков. Все. Я знаю, что делать, просто говорю, неудобно. Я Пухану уже рассказал. Это. А давай, Пухан, ты не знаешь, что наверху, что бегать? Ладно, япончику обмен. Ты босса ни разу не танчил там сверху, разве? Сколько? Пухан. Весь. Ты вообще танчил, и ты не знаешь, что делать и объяснять? Или ты спрашиваешь просто, где ты, на какой позиции? А, снизу. Ты свет. Да ну. Нахуй ты вары наверх ставишь, он пизделей будет получать. А чего он будет пизды получать? Блок прожал. Там босс пробивает по жесткой. Кого он там пробивает? А на трэше как раз там единственная его возможность блокировать удар. Так и босс он нормально блокирует. 80 тонн, смотри, сколько хп. Вот именно то, что он жирный котлет. Ты затаял. Ты так внизу не хочешь. Кого-то попроси. Спроси, блядь, флот убейте нахуй, Драгон снизу, трое сверху, кто начинает мне насрать дальше по платформам, разберитесь. Женек, блядь, чё не хватает? ДЦ ты где? Заебали тут, блядь. ДЦ написал то, что отойдет и можно пулять без него. Сейчас, ага, блядь, без него, чё еще, блядь, я ему ГП въебу тогда. Итак, 4 килла. Ждем его. Распределяйтесь по позициям. Этот, Денчик, и пока тут, идите наверх. Он такого не писал, если что, это не пишу тебя. Он белый. ДЦ писал. Он не писал. Он писал, он это писал, всегда работало. Отойду пока, без меня можете пулять. Не, я только видел, отойду пока, вот сейчас. Белый. Я тебе сейчас скриншот сделаю, вот, пожалуйста, вот, ловите. Все, смотри, это в... Блядь, где мы там? В Дискорде смотри. О, бля, не то скинул. Сейчас, подожди. Не то. Кават, ты тут? Ага. Ну все, давай, начинай присоединиться, прист. Втроем похилим. Чё-то хуйня, почему он мне не хочет кидаться? Какая-то. Он написал, он я сам видел. Чем скрин? Пухан, на другую платформу дальнюю. Вон, где дерево прыгает, Пухан. Туда иди.
вылетел. Прыгайте. Сразу я. ГП. А чё проблема была, я чуть не понял. Сказали спрыгивать. Если каст уже начался, тебя даже в полете ваншот. Ты пока не приземлился, это не значит то, что каст по тебе не проходит. Пока тут бэрнишь, пухана. Жену Эн, рогу бэрнишь. А тут умер. Его уберить надо. Блядь, я уже Лёхе написал в ПМ. РДД бейте снизу, Феникс. Вон где флаг, Лёх. Войт, перебегай на следующую платформу, мы пока в три танка. Блять. Вверх полетел. Вверх, ага. Спрыгните. На крайние. Твоя атака, на которой ты стоял, я на дальнюю. Угу, угу. Первый будет. Здравствуйте. Пул? Да. Пул. Сразу бафики по всем раздайте. Ко мне лейте. Алар? Да. Бей. Физиковато. Оптал собрал. Опять вверх. Опять вверх-вниз прыгать. Ему прикольно или что? Блядь, давай лишние звуки потом. На ту же возвращается. Ловлю. А, не, пухан ловит. Ну, что-то сделайте, чтобы он не кастовал. Бафы дайте по пухану. Лайт к тебе идет. РДД нижнего Феникса убейте. Пухан, переходи поближе ко мне на платформу. А ДЦ пришел, ты тут? Угу, кастует. Нижнего добейте, пожалуйста, и вкидывайтесь в босса. Все, остальных лови, Драгон. Сверху забери, Драгон. То есть как я вам заберу его, если вы не подводите его? Веди, он заберет. Так заберешь, достанешь?
Босса бей. На четвертый кто кого? Босса все бейте. На второй кто на быть. Прыгнули, прыгнули вниз. Все, милики, не надо вам подниматься. РДД, добивайте босса. Милики, трэш. До лол левела доводите. Переводите сюда их. Скорее всего, здесь вправо, наверное, пойдет. Ну ладно, в центре. А нет, туда же идет, все, стоим. Все, милики, не надо подниматься. Переводите мобов. Только не добейте их, пожалуйста. На второй фазе кто, конечно? Я босса подержу. Ой. Бля, Локи, въебите вот сюда, пожалуйста, порты свои. Опять метка забагалась. У меня свет. Добивайте, добивайте, босс. Он сейчас включит. Все, вот где порт. Давайте, бейте, бейте, трэш весь. Трэденс, ну я буду к тебе подводить. Это трэш добейте, РДД. Лужа. Войд босс кивает. У меня вылетело. Кучу все встали. Вон там у порта рядом. Да-да-да. Вот там, забери босс. Пахану прохилите, он на боссе был. РДД в босса тоже играйте, собирайте трэш. На взлете будем добил, ну, этот уравнивать. Пока все в бо... Все, все в центр. РДД погнали по фениксам, доводите их до. У вас там у паладина свет выключен. Все, добивайте трэш. Кухан, забери у меня. Босса пока я танчу. Все, стали в центр. Коцайте, коцайте их. Не добейте там 100к, блядь. Добивайте мобов.
Ну там моба-то не трогайте одного, третьего, там 500, которые в кучу соберитесь. Вы его вообще должны были добить, РДД, добивайте всех мобов вот этих сейчас. Новых только оставляем потом. Что за дела-то, дамага нет, добивайте тогда, нехуй по боссу бить, раз не можете бить их. Сейчас да, стресс накопите, блядь. Чисто в трэш пока играете. Кроме миликов. Милики на боссе. Все, стоп, дамаг по ним. Взлетел он. В центр перебегите. Бейте точечно. Какой нахуй АУЕ там по 300к у кого-то было. Добивайте трэш. Все, все в трэш. Накопили трэш. Лужа. Все в центр встали. Ну, сведите мобов. Вот этих двух добиваете, потом в босса. Я в ахуе вообще, вы че раки мрете-то, блядь? Вы со всеми встать не можете, что ли? Вдвоем отдельно стоите, блядь. Как жопа, ебаный в рот. Нахуя вам метку поставили, Локи? Умники, что ли, самые? Делится дамаг, а вы поделили он между собой, между гладиатор. Сбегаться уже не надо, профессионалы, что ли? Добивайте трэш. Куда сбежаться? Я сказал, куда в центр сбегается, к локовским фонталам. Если там лужа, значит рядом встаньте. Отдельно стоять не надо. Добили тот трэш, который еще предыдущего босса. Если БР и естьники, то собрните. В раз. Ну, в центр перебежали. Там Леха говорит, Никитос 250 зав. Ну, Леха потом придет, да, потом скажет. Не, он молчал. Блять, я вон за этими творцами слежу, блядь, которые падают. Мне некогда начать. Лужа, выйдите. Прям под боссом. Скоро взлет будет. Готовьтесь вот к порту. Подбегайте. Угольков подбивайте, у которых больше хп. Потом добивайте, когда босс приземлится. И по хилам посмотрите, пожалуйста. Может, и ныра можно кинуть. Один инер только не в КД. Мазафакера, если что. Не добейте угольков этих. Встаньте в центр. Сейчас приземлиться, добьете потом. Как добьете, в босса переключайтесь.
Добивайте РДД их босса, переключайтесь. Все в кучу. Левого начните бить, правого не трогайте, у которого там 700 каблей. Добивайте трэш. После трэша в босс. Три стакана не добейте, пожалуйста, в кучу встаньте. Не надо уешить, вы добьете сейчас 90к, 80 тысяч у него. Бейте, у которых много хп. До конца вот этот трэш весь убьете, когда приземлится босс. Все, заливайте этот трэш. Пять лямов Гера еще нет. Так, Геру даю. Все, босса, босса, босса все. Все, в кучу встали. Босс приземлится, тоже в босса все. Не надо никого там бить. Сейчас не убейте, главное, пока он в полете. Добивайте его. Топорик хороший выпал. Ебать, позор, вас же два на всех выебал. Это звездопадом-то? Есть ли кто-нибудь? Он выебал Беладона с поп... Он выебал всех здесь. По урону что в звездопадом, что в босс. Вот так вот. Вам. У него как бы звездопад на третьем месте по ТПС. И что, ты посмотрел урон, как бы... Блять, ты он нажимает одну кнопку, и все. Из босса посмотри урон, у него тоже есть боссовый. И? Ты посмотри хоть одного. Покажи мне, кто так же надамажился, и при этом он кастит. Блин, звездопад он такой боссов хуярит, нет? Пиздец. Вы его, значит, что-то впечатлило? То, что вас ебется. Ну да, звездный огонь, его топать. Звездный огонь, это дотка. Не, если бы у меня была кнопка, которую я бы просто нажал и забыл бы про это. И там просто где-то что-то падает, а сам стою и кастую какое-то заклинание. У тебя дотик, он нажал и просто забыл. Нет? Так что тогда, если это дота есть, типа ты повесил болезни и все, и похуй. Один хуй я слышал.
Ждага, посты, сколько у меня самая большая тычка по Алару была с четвертого куска? Четвертого? Чат инквизитора 212. Ой. Нормально. Она типа у паладина всегда критует? Она всегда у паладинов критует? Не критует, это обычная атака. Если бы она критовала, это был бы другой разговор. Там 4 стакана она подавала. Не знаю, враж, я попробовал типа повторить твою тему, когда ты там дохуя урона на магике. В итоге, блять, я пока начал бурстовать, я только дошел до экзорцизмов, только криты. И танк, блять, сука, решил не танчить, опять хилов решили не хилить одного. Если повторить такую тему, у тебя должно быть 2 стака печати, и на 2 стака застакана красная уже перед пулом. Не знаю, по демонам красную стакать хуевая идея. Отлично, по-моему, мне. Я на трэшу вот на стаков 2 печати остался одна. Сильнее пизже. Контроли будут вообще сегодня? Вот, и чё, баны раздадите, нет? Второй где лок? Ты 4 куска собрал уже на Олег? Ну, 2. А как ты тогда повторишь, у тебя печати нет? Это не мешает мне ломать лицо в магии. Ты с красной должен начинать тогда, по-любому. Магика желтая. Почему? Там криты по 40 вылетают, каждый экзорцист. Под критом. Так с молотка больше должно. На 5к в среднем. А чё толку, что там на бусте, ну 30, да? Но он же не постоянный такой ДПС. Просто насколько он упал после того, как у буст пошёл? Где-то до 25-26. Ну тогда нормально уже. Зачем ты, бля, его таунтишь? Понятно, я понял. Да, я думал, опять несколько контролит не будет. В смысле, тот был законтролен тоже сейчас. Ну, слово не контролит. Лёха, ты похилишь или Женуэн здесь? Здесь надо 5-й хил стопудов. Маги, у меня КД на...
сова хорош. Лёха, а чё, давно совы стали такими жесткими в четырёхпусках? Да, блядь, чё вы так удивляетесь? Совы всегда раньше просто их поломали, сейчас сделали нормально. Ну, так... Шаман, ну, просто рой насекомых апнули, а рой насекомых на боссе висит всегда, он еще и критует. А так как, блядь... Совы 270-й, из ПД до хуя, крита до хуя, он там, пиздец, он там критует. Почти 100% крит у совы, по-моему. Ну, и плюс звездопад, нахуй, с символом, там, КД, одна минута, блядь. Да пускай дамажит, хоть, блядь, не такие бесполезные будут. Наоборот, хорошо, что совы дамажит. Ну, так нахуй, типа, элемоси, но просто в этом. Сова лучше. Когда лучше. Можно решить полезную сову. Лем для Геры. Гера есть Арша. Ким нахуй совы, я вот вообще их в рекаунте не вижу. Вон на лаби посмотри. Слышал, как ты опять должен работать? Пиздец, у Лока големы стали, нахуй. Какие-то чудики, нахуй. Какие-то нахуй знают. Да какие чудики, это качки теперь. Это роботейшн, она моделька откуда-то она. Роботы, нахуй, какие-то, блядь. Красивее стали. Ну вот. Да нахуй их ба... Драгон в ДД спекнешься. Из танков начинает. Ну, я думаю, коват. Может быть, если рано закончим еще в Зеске парочку боссов я тогда совет. Закончим рано. Я не против. Кто-то люди так поспрашивали, интересовались. Нихуя не спасает. Клыка дал, блять, он не спал. Уж тебе не защиту повышает, а шанс резиста всего лишь. Войд твои еще одного. Он урон снижает. Если ты там не срезистил, то урон хотя бы снизится сильно, да? Я предложил ДЦ. Ты уверен, что мы здесь будем 4 часа сидеть? С чего ты решил, что мы будем в ОКО сидеть 4 часа?
Да у нас где-то минус 3 нахуй еще. Минус 4, еще и аудио. Минус 4, еще и аудио. Так, рыбу. Найти. Там какой сударь за каски отвечает? Там знак или дари в трупаке. А, Драгонсон, смени, пожалуйста, по паладинам с прота на каску, я прота разберу. Че, Никитос на ренджу и че, и кто еще? Ну, Войт может на ренджу, сейчас у кого-то сагра вообще все. Давай, Войт. Сапрут и пить. Я сейчас на лбосы должна остаться. Дайте лапу. Еще раз говорю, пьем сапроты, никто не бьет босса сейчас, побежим его во фрейме, в центр станем, дам геру, начнем бить. Гладиатор, поставишь тотем на резист? Давай же, наверное, ждем. А сложность 25 ставили или нет? Не, 10 оп. 10, 25. Короче, в 4 хила ебашим. Получается, пока тот сам по себе эйнер хуячит, Женуэн тогда по Денчику, мазафакер по мне, или по ДЦ. Смотрите, короче, сами там, по обстоятельствам. Сейчас Женуэн появится и погоним. А, да, и у меня этой пичкой метра вашего нету, нахуй, за агросами своим следите, там сальвы кричите, кому надо, только чипу. А я буду анонс. Дискорд. Анонси, потому что у меня этой хуйни нету, я пас. Локи, ты. У тебя же стада есть. У меня рекаунты все. Рекаунт тоже угроза показывает. Ну это перелистнуть надо будет. А я на другом тут зависаю. Локи. Сместись туда подальше. Стой на ренже босса, чтобы от босса в тебя полетела эта хуйня. Туда она не долетит, она полетит в рейд. Можешь отсюда встать? Ты выйду, говоришь? Ну а кому еще? А, противоположный ханту? Да и си ему хотел дать. Противоположный босс ведется, блять. Эта хуйня полетит в рейд, если вы будете слишком далеко стоять. По готовности поехать. Кават, как готов? Погнал. Ну кто не бейте босса, слушайте. Проведи еще чуть-чуть. Пухан по расколу.
развитие альтернативных мер. Расчет силовых параметров. Драгон пуханул салют. По себе кидаю. Ват, как откатится по пухану, слей сальву через 20 секунд. Угу. Принятие альтернативных мер. Надо на него уже в раз какие-нибудь. Держи. Ничего я ему не кидал. У меня показывает, что ты кинул. Я себе кинул. Отдал пуханул. А вот сейчас пуханул, локи что-то... Принятие альтернативных мер. Отдачи стопни. У меня раскол есть. Принятие альтернативного решения деактивировано. Расчет силовых параметров. Он же, наверное, надо спасать. Провокатор 80%, Женуэн 78. По провокатору сальву срочно. И по пухану. ОБР есть? Расчет силовых параметров. Должны быть. Готовься, пухан. Гимна ману и пончо прочитай. Что, могу диван дать? ШВ нажим. Уничтожение у сферы рот завершено. Диагноза нейтрализована. Уничтожение успешно завершено. Пухан 100% огром. Принятие альтернативных мер. Расчет силовых параметров. Браску бэрните, жены. Кстати, не кидали СС вообще. Дайте. Локи, стопни! Локи. Пока тут БР не пухан. Локи СС на себя хотя бы додумали скинуть? Отдачи, больше 80% набирайте. Я даже не бил. Ну, показывает так. У меня нету СС на мне. Мазафакер, сэр. Иннер дайте по ДЦ.
силовых параметров. ДЦ сухой. Принятие альтернативных мер. Есть что-нибудь на ману? Уже, наверное, через 20 секунд откатится. Добивайте, добивайте там. Принятие альтернативных мер. Уже, наверное, Inner Sleep, а ДЦ. А тут умер по себе. Принятие альтернативных мер. Ужасное поражение деактивировано. Расчет силовых параметров. Да не стопайте уже, на похуй, добивайте его. Конечно, 2 ляма осталось, а чё, какой стопать? Да, ты 5 упала. Это победа. Блин, с двумя танками попроще было бить. Агро тоже самое у нас было. Не, с двумя танками, когда было, там вообще практически не понятно. Фу, четвертый кусок. Старик, интересный вопрос. ДСС локов. У меня СС не прошел. Типончик на дис я тебе дал. Так, блять. Я уже увидел. Я знаю, что я тебе ГП не дал, потому что ГП отдельно начисляю. Там не пишет столько, сколько надо. Плечник забрал? Чего забрал? Плечи никто не забрал, что магов? Не, нахуй не нужны. Покупателя я не нашел, там человек 5 миллионов людей отписало нахуй, так никто не захотел. Да, все смотрят цену. Ты чё, ёбать? Надо было поторговаться. Все равно не... Ну, мне Мак один написал, говорит, а чё вы про все по Т5 продаете, да, блядь.
квест спросил на джайна, он говорит, ну сейчас на фарме, говорит, через недельки полторы-две отпишу, говорит, у вас все куплю, все, что можно. Я говорю, да отписывай. Ну ты чё? У меня купишь свои. Я Лёхе солью его. Сли мне по-братски. Такой денежный мешок. Каждый день приходит. Срочно надо отойти. Септик вырубить, бля. Тебя на роботе из игры выбрасывал. Ворон. Я вижу. Не, если перебить усилки в силу и одеть ДД-3, то танчить было бы легче. Ну, то, что робота можно сплавить и бить, это приятно. Да, это тоже. Иди ты, ебаная воронка, нахуй. Я ее найти не могу, но... Вот, нашел. Старик, старик, где там стою? Там и воронка. Тадон с мульти сеет, одна упала. Мама, взял? Разотрили, дыкует. Я ее не могу найти. Вот, вернись назад, проход. Возле Драгонсона лежит. Кровострашный легионер.
Не агрите больше пока что. Бандеры что прыгает. Ну, нашел, да? Да, забрал. Еще одну воронку. Но это уже там новая, да, упала? Да, где гладиатор валяется, мол, дохлый. Тут, короче, воронка еще. Ну, это ну, уже знак. Тут знак я найду. Там сразу. Вот где я прыгаю. Там еще